Честно говоря, я впервые слышу о такой щедрой благотворительной программе для очередников. В наше время филантропов практически не осталось. Вы знаете, мы даже не знаем, как вас благодарить. Дело в том, что после свадьбы мы обили все пороги, честное слово. Эти все бесконечные очереди какие-то, эти ипотеки, это... Нас здесь благодарить не за что, это программа застройщиков. Мы себе такого позволить не можем при всем нашем желании. Я так понимаю, это у них забота об имидже компании, а может, и по налогам льготы. Ну что, Максим и Светлана, квартиру едем смотреть? Едем, конечно. Прекрасно. Адрес помните? Сиреневые холмы, Владение 18. Вот вам моя визитка и распечатка с адресом и картой на всякий случай. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну, да? Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Вы уже здесь. Вы не смотрите, что дом на отшибе. Это первое здание в очереди. Здесь большой новый микрорайон будет. Со всеми удобствами. Воздух чистый, места полно. От ворот у вас будут свои ключи. Это техник, смотрите, или сторож по совместительству Юрий Геннадьевич. Начинался его владение. Здрасте, Юрий Геннадьевич. Я клиенту покажу квартиру на восьмом. Пусть сначала инструкцию по технике безопасности прочтут. Обязательно, Юрий Геннадьевич. И ворота закрой. Ага. Так что будете в полной безопасности. Сторож странный какой-то. Ну что тут скажешь? Старый школьный человек. Вписался в современную жизнь и глазовный весь мир. Ну да ладно, осторожнее. Значит так, первый этаж нежилой. Тут будут магазины, офисы всякие. Лифты уже поставили, но еще не работают. Не запустили. Ну ведь люди молодые, не страшно. Теплотрасса работает, так что не замерзнете. Электричество сейчас временка. Поэтому иногда бывают перебои. Но скоро подключат постоянную схему. Счетчиков пока нет. Все хорошо. Зато платить за него не надо. Через полгода цены здесь будут, дай Боже, я вам гарантирую. Вот отобрались. Замок новый. Только личинку сменить. Ну что, пойдем? Смотрите сами. Квартира уютная, светлая. Кстати, хороший вид из окна. 32 метра жилой площади. Кухня 12. Мебель новая, качественная. Понравилось? Да, красиво. Ну, вы досматриваете. Максим, пойдемте, я вам кухню покажу. Скажите, пожалуйста, а люди вообще здесь живут? Тоже сказал, что пара человек уже заселилась. На втором этаже мужчина-инвалид, похоже, по той же благотворительной программе. А, наверху девушка, молчаливый, говорит. Свет, тут соседи есть, не страшно. А когда можно заселяться? Ну, надо оформить только бумаги и перевозите вещи, да празднуйте новоселье. Да у нас вещей-то на самом деле, комната да гардероб, причем только жены. Скажите, пожалуйста, а как у вас с сетью?
Потому что у меня бизнес. Сказали, что подведены все коммуникации и интернет тоже. Значит, все решили готовить договор? Да, мы все решили. Значит, мы все решили. Ну вот и прекрасно. На самом деле, как-то даже не верится. Как будто розыгрыш. Спасибо. Привет. Здорово, Макс. Замок. Че, заело? Привет, Максимка. Привет. Ну что, как вы доехали? А, нормально доехали. Отлично вообще. Слушайте, а я звонил Алене, Васе, значит, Грин вообще трубку не берет. Никто не может приехать. А что, мы одни получается? Ну, получается, что да. Ну, самые лучшие. Эй, алло, молодежь, я вам что тут, нанимался за вами ворота закрывать? Простите, Юрий Геннадьевич, простите. Это сторож наш, местный центр. Извините, а вы нас выпустите, когда мы назад пойдем? Чтобы ребят не напрягать. Какие напряги-то? Ночью. Юрий Геннадьевич, спасибо большое. До свидания. Доброй ночи. Пойдем. Слушай, давай рассказывай, как вы тут устроились? Ой, ребят, привет. 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 Ну, пойдем? Подожди. У нас для вас подарок на новоселье. Кто должен первый заходить в новый дом? Да ладно. Ну что? Это кто такой? Какой красавчик. Это красавица, кошечка. Да. Ну что, красавица, пойдем домой? Ничего, дай посмотрю. Слава богу, не сильно. Иди помажь руку чем-нибудь, а я его поймаю. Я помогу? Не-не-не, ребят, заходите, все нормально. Заходите, я поймаю. Ну вы чё, правил не читали, что ли? Запрещено у нас по нежилым этажам ходить. Да я просто это, людей тут увидел. Каких людей? Ты чё мне гонишь, а? Котёнок убежал. Да видел я твоего котёнка. Где? Сбежал он во двор. Давай шагай, ищи его. Убьётесь, а мне потом отвечать за вас. И про штрафы для жильцов почитай. Котёнок. Посторонние на выход! Мы со Светкой, когда поженились, мы сразу на очередь встали. Вот, и нам все говорили, что вы состаритесь, квартиру вы эту не получите, даже если родите. И когда нам из этой конторы позвонили, мы вообще подумали, что это какой-то раздор. Вроде фирмы серьезные, домов у них много. Походили, поспрашивали, все говорят хорошо. А вот сюда, когда приехали, вопросов совсем не осталось. После нашей халупы это, конечно, дворец. Ну да. Ну что? За новоселье? Да. За новоселье! Ура! Ура! Кстати, а что со старой комнатой? А, со старой все. Что все? Выкупили по розничной цене. Да ладно? Угу. И она пошла как первый взнос. Ну вообще. Да, видишь. Помнишь, как мы научились со Светой? Ой, вообще не вспоминаю. Держи. Да ладно, у вас хотя бы их две было. Ну а в Светлом захолустье вообще ничего не разменять и не продать. Мы с ней когда познакомились, она мне фотки на мыло прислала из своего двора. Ну так как после атомной бомбежки. Чернобыль просто какой-то. Слушай, у тебя вот все помыло.
В интернете деньги зарабатываешь, со Светкой в сети познакомился. А чё, Макс молодец, сам себе хозяин? Не, молодец. Спит сколько хочет, на работу ходить не надо. Вообще отлично. Кстати, сколько времени? А я же вам видео хотел показать. Да? Да, а мы потом пойдем, наверное, уже, а? Ну да, поздно. А может, вы останетесь? Еще. Ты за кошкой, что ли, Свет? Да ладно, найдется твой котенок. Вон, завтра днем найдете, где-нибудь в подъезде сидит там. Просто там тот сторож и... Ну, Свет, ну что, съест ты, что ли? А? А давайте что сделаем? Вам же пора. Давайте я вас до дороги сам хоть выпровожу. Ага. М? Это после пива, да? До первого столба. Ладно, разберемся. Пойдем, что нас. Знаешь, у них фишка такая. Все новые покупатели в новом доме должны записать что-то вроде видеоприветствия. Вроде как на удачу. А потом из них делают проморолики и разные другие штуки. На сайте легко. Может, ничего не получилось. Мы хотим сказать спасибо большое SunState за то, что они нам помогли и сделали нас счастливыми. Да, спасибо вам. Точнее, вы воплотили нашу мечту. И... Блин, задолбал. Слушай, ну мы пойдем, наверное, уже, Макс. И так нифига не выспимся. Ладно. Ты файл нам скинь по почте. Угу. А мы посмотрим. Да, хорошо. Сожму и отправлю. Мне здесь не по себе.
чего я буду его допрашивать? С чего? Ты можешь между делом узнать, пожалуйста? Хорошо. Что, Максим, осталось получить только свидетельство на собственность, и все, но это потребует еще некоторое время. Спасибо. Вы знаете, еще хотел спросить у вас, точнее, моя жена попросила спросить у вас про, как бы, что это за инвесторы? Ну, как это, по-вашему, застройщики? Что, в принципе, это за благотворительная акция? А что, есть проблема? Да, собственно, нет, но... Интересно знать, что за люди. Ну, понимаете? Уж поверьте, Максим Профи, вам очень повезло с этой квартирой. Вы представляете, сколько она будет стоить через полгода? Вы понимаете, дело не в ценах. Ну, вот, например, этот сторож... Боже мой, я-то думала. Да уберут этого отморозка, как только пойдет заселять. Будет профессиональная охрана. Понятно. И все-таки вы мне не ответили на вопрос. Просто Максим, мне интересно послушайте. Знать... У меня не только этот один объект в работе. Я вас очень хорошо понимаю. Вот и прекрасно. Я вам что-нибудь подберу о них. Договорились? Вы звоните, не стесняйтесь. Алло, малыш, ты как? Как котенок? Нашла? Нет, ты узнал? Он был занят. Но мы договорились созвониться на днях. Я так понимаю. Малыш, но он обещал. Приезжай скорее. Хорошо. Все, целую тебя. Пока-пока. Эй! Подождите! Эй! Эй, простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Эй! Что за херня?
нас тут поубивают. Я тебя умоляю, меня не видел никто. Алло, да. Вы понимаете, я с женой, мы въехали в новый дом. И я случайно ошибся этажом. И на 6-м этаже, в квартире номер 40, обнаружил 2 трупа. Мы вчера только въехали. Как, ну проверьте, ну пожалуйста, ну как? Чего, чего там? У них адрес такой не зарегистрирован. Что за дурдом? У меня прописка там, все по закону, все как положено. Так, что у нас там? А эти, они же у них новоселье вчера было. Они напились так, что и вообще и лыка не вязали. Да это все понятно, но мы все равно обязаны отреагировать. А вот, кстати. Здрасте. Здрасте, вы нас вызывали? Я. Капитан полиции Кондрашов Степан Евгеньевич, следователь. Да. Ваши документики. До свидания. Ну, рассказывайте, что у вас тут случилось? Так я же говорил вашему этому оператору, что в квартире 40 я обнаружил 2 трупа. А вот гражданин рассказывает, что регулярно делает обходы нежилых помещений, и все в полном порядке. Постоянно обхожу, ничего нет. А я видел своими глазами. Ну, пойдемте посмотрим. Лифты, я так понимаю, не работают? Нет, не работают. Свет хоть есть? Свет есть, я включу все. Откройте, пожалуйста. Происшествие при строительстве нового дома. Призраки преследуют новоселов. Сатанинская секта была пустующая настройка. Внутри работает? Да. Так включите. Угу. Ну что, даже дохлого таракана не нашлось. Ну я же сам видел. Я даже от испуга фонарь выронил. А что, так уже темно было? Просто в этом доме постоянно... Пожалуйста, можете не светить на меня? Убери фонарь. Постоянно гаснет свет. Слушайте, может быть, спросить других жильцов. Может быть, спросить соседей. Может быть, еще кто-то видел, понимаете? Ну, может быть. Здесь живут люди, они живут незаконно, поймите. Вчера жена видела, сегодня ну-ка я. Ну-ка, дыхни. Дыхни, говорю. Слушай, у меня работы не в проворот. А ты меня тут по этажам как мальчишку скакать заставляешь. У тебя богатое воображение. Да вы же не слушайте меня. Пиши книжки. Но я тебе обещаю, еще раз так пошутишь, я тебя отправлю на 15 суток. Ты все понял? Иди. Так, собираемся. Ну, извините за беспокойство. Можете закрываться. На место ЧП мы при... Все.
Юрий Геннадьевич. Чё тебе? Я хотел поговорить с вами. Да некогда мне разговаривать. Ворота надо идти закрывать. Бомжи пролезут? Будут тогда незаконные жильцы. Что происходит в доме? Почему здесь постоянно кто-то ходит? Нам же не мерещится это все! Пить надо меньше, чтоб не мерещилось. Я хочу, чтобы вы познакомили нас с соседями. Не суйся к людям, слышь ты? Понял? А не надо мне тыкать. Не будете знакомить, я сам пойду. Подожди. Сосед снизу с тобой даже разговаривать не станет. У него своих забот полно. К девушке сверху не лезь. Она больная. Из квартиры не выходит. Я за ней присматриваю. В общем, не лезь, иначе... Иначе что? Ничего. Я в агентство звонить буду, понятно? Звони куда хочешь. Я тебя предупредил. Милая, а сделай мне кофейку. Ты знаешь, милая, мне кажется, у нас все будет хорошо. Только не выпью. В обители дьявола каждый должен испить эту чашу до дна. Свет. Света.
Мне не спится. Алло. Алло, да, здрасте. Это Максим Галанин. Да. По поводу владения 18. Да. Что такое? Объект снят с продажи. И ему все пофигу. И что теперь делать? Я знаю, что делать. Вы вовремя ко мне пришли. Хотите мою версию того, что происходит? В таких случаях ищите, кому это выгодно. Понимаете, времена такие, квартиры идут плохо. Менеджерам зарплату платят через раз. Скорее всего, кто-нибудь из агентства сговорился с персоналом из вашего дома. Вот и доводят жильцов. Страху нагоняют, пока те сами сбежать не захотят. Они вашу комнату выкупили? Выкупили. По цене ниже рыночной? Ну, это просто потому, что мы сами захотели побыстрее переселиться. Вот. Сейчас вы новую квартиру захотите продать на любых условиях. А агентство снова тут как тут. Нет никакой льготной программы. Выбирают по муниципальной базе тех, с кем проблем не должно быть. У вас барабашка еще не стучит? Если мы грамотно это агентство прижмем, получим отступные и все издержки покроем. Там еще сторож есть. Он какой-то дерган. У нас такое ощущение с женой, что он кого-то прячет, понимаете? Да наверняка нелегалом квартиры себе на карман сдает. Вот и дерганы. Я завтра ваш дом наведаюсь, поговорю с этим сторожем, с соседями. Все уладим. Вы только поймите нас правильно. Мы же все-таки детдомовские. И нам, по сути, уезжать-то некуда. Серьезно? Моя жена, царствие небесное, тоже детдомовская была. Так что мы с вами, можно сказать, свои люди. Ничего не бойтесь. Я, в общем-то, человек непростой. Увидят визитку, сразу поймут, что связываться с нами себе дороже выйдет. И вот еще что. Я всяким интернетам, мобильным не доверяю. Так что всю важную информацию я оставляю в офисе. Так надежнее, поверьте. Спасибо вам большое. Вы знаете, я, наверное, поеду. У меня жена дома одна. Всего доброго. Всего доброго. Да, и, кстати, ключ. На всякий случай от ворот. Здравствуйте. Извините, мы вам не помешали? Нам квартиру предлагают в этом доме купить. Вот хотели пообщаться с соседями. Здравствуйте. Здрасте. Меня Женя зовут. Это жена моя Таня. Может, чай?
Вы понимаете, денег у нас не очень много, а предложения очень выгодные. Хотели узнать, нравится ли вам здесь? Знаете, сейчас так обмануть могут. Мы с мужем очень жалеем, что ни с кем не обсудили это выгодное предложение перед тем, как въехать в этот дом. А теперь не знаем, что делать. В этом доме... происходят странные вещи. Я бы советовала вам бежать из этого дома без оглядки. Не успели сбежать. Мы здесь умерли. Позвонить Ване с Ксюшей. 2 дня до них не могу дозвониться. Мне очень страшно. Очень страшно. Сыщик приедет. Разберется. Давай еще немного подождем. Не могу больше ждать. Давай хотя бы сходим к этой соседке сверху, может, она что-то знает. А сторож? Пожалуйста. Максим. Ты что, не понял по-хорошему, да? Не стой творить, мы сейчас полицию вызовем. Вызывали уже. Понравилось тебе, да? Максим, не надо. Пойдем, пойдем. Не надо. Свидетельство на собственность получить, а потом будете здесь права качать. Я тебя прав найду, ты понял меня? А ну вали отсюда. На тебя и на всю контору твою гнилую. Вали, говорю! Что он напал на нее? Пойдем. Это все из штучки. Давай.
Эх, что же ты, Максим? Что такое? Так и думал. Сычек уже приехал. А может, он здесь еще? Блин, как я мог проспать? Алло, здрасте. Это Максим Галанин. Да, Денис Андреевич должен был к нам сегодня заехать с утра. А, да? Я понял. Да, хорошо, скоро буду. Он еще не вернулся. Зато утром для нас пакет оставил. Странно, что у него телефон недоступен. Он, наверное, на встрече. Я ему скажу, что вы приезжали.
года. Их заселяют 3 года. Где же они все? Эти ребята были в моем сне. Весенин, Татьяна и Евгений. Прекрати, это был просто сон. Анкеты, документы. У нас есть доказательства. Мы можем пойти к жильцам, поговорить с той соседкой сверху. Конечно. Когда ее козел этот сторожит. Весенина. Я знаю, что делать. Я хотела извиниться за вчерашнее. Это все? Юрий Геннадьевич, мы не хотим ругаться с вами. И вот. Это вам от нас с мужем. Нечего шляться. Иди домой к мужу. Извините, Юрий Геннадьевич. Че еще? Я когда шла из магазина, я не могла ворота закрыть. Вот. Сломался. Оплатим. Иди домой. Алло, да. Все готово. Я позвоню, если что. Василия подарили, а он сбежал. Вы тут живете? Ага, на 8-м. Мы очень давно хотели с вами поговорить. Меня Максим зовут. Проходите. А вы знаете, нам столько труда стоило, чтобы прийти к вам. Зоя. Можно на «ты». Да не бойся, не стеклянная, не разобьется. А ты слышал что-нибудь про агорафобию? Нет. Это боязнь открытого пространства, если вкратце. Я никуда не выхожу и никого не вижу.
что ты первый человек, с которым я общаюсь за последние несколько лет. Ты знаешь, Зоя, у меня немного странный разговор к тебе. Ты, наверное, подумаешь, что я чокнутый, но... Нам с женой кажется, что с этим домом не все в порядке. Вот, посмотри, пожалуйста. Все эти люди здесь жили. Взялся за это дело. Он сказал, что это происходит нарочно, чтобы нас выжить отсюда. Кстати, он к тебе не заходил? Зой, ты встречала кого-нибудь из этих людей? Ты боишься? Если Юра придет, это плохо кончится. Какой Юра? Сторож. У него здесь камеры на каждом этаже. Ах, вот как он нас находит. Зой, послушай меня. Света, моя жена, находится сейчас внизу. Она его отвлекает. Мы можем спокойно поговорить. Расскажи мне все, пожалуйста. Вы следующие. Что? Если вы не покинете этот дом, вы следующие. Зоя, я не понимаю тебя. Нет никаких махинаций с недвижимостью. Все эти люди мертвы, а убила их моя сестра. Помогали ей отец и Юра. С Верой долгожданные поздние дети. Мы близнецы. Вера родилась первой, и если бы не я, то наша мама бы сейчас была жива. Отец снова женился. Тогда же он нанял на работу дядю Юру, бывшего уголовника. С Верой мы практически не общались. У нас были довольно разные интересы. Она все время тусила, ходила по клубам, выпивка, наркотики. Я не знаю, чем она накачалась в тот день, но кончилось это тем, что она на своем джипе выехала на встречную полосу. Врезалась в машину. Было лобовое столкновение. Каким-то образом она выжила. Хотя и впала в кому. А в другой машине погибла целая семья. Отец, мать и маленькая дочка. Ты же понимаешь, что деньги отца смогли купить всех. Кроме одной убитой горем старушки. Бабушки, погибшей девочки. Отец предлагал ей деньги, но она швырнула их ему в лицо и сказала: «Да будь ты проклят! Я не желаю тебе смерти. Я желаю, чтобы ты на земле испытал те же муки, что пережила я. Потерял всех, кто тебе дорог». После этого ей стало плохо, и Юра отвез ее в больницу. Но понятно, что ее больше никто не видел. Вере не могли помочь лучшие врачи. Все наперебой говорили, что ее нельзя вывести из комы.
Отец перевез ее в наш загородный дом, где были все условия. И тогда появился некий Талан, знахарь-цыган. Говорили, что он возвращал людей даже с того света. Он тогда посмотрел на Веру и сказал: «Я не вылечу ее дух, но поставлю на ноги». Потребовал, чтобы его сутки не тревожили, а оставили наедине с Верой. Целый день отец не позволял даже подойти к комнате Веры. А сутки спустя они вышли в дверь. Контроль становилась безумной, невероятно сильной. Однажды она ворвалась в спальню к отцу. Когда я прибежала на крик, то я увидела мертвую мачеху, покалеченного отца, который корчился на полу. А Вера смотрела на все это пустыми глазами. После этого я боюсь покидать безопасное помещение. Я боюсь темноты. Больше всего я боюсь свою сестру. Приступы бешенства у Веры все чаще заканчивали смертью кого-то из прислуги или охраны, иначе ее никак нельзя было успокоить. Вскоре у отца не осталось ни людей, ни денег, а Вере нужны были новые жертвы. У нас больше не было возможности жить в загородном доме, и тогда у отца и появилась эта идея с благотворительной программой для нуждающихся в жилье. То есть ты говоришь о нашем доме? Значит, твоя сестра убийца-психопатка. А это все ее жертвы? И ты об этом знала и молчала? Ты думаешь, я помолчала? Да у меня нет выхода, у меня нет доказательств. Ты не знаешь, что они делают со мной. Я даже выйти отсюда не могу! С нами. Мне нельзя, они все узнают. Значит, мы вернемся за тобой.
Алло, ты где? Света, ты цела, ты где? Он гнался за мной. Я перепутала этажи, наверное. Света, я иду за тобой. Где ты сейчас точно, скажи мне? В квартире на 7-м, но не стоит. Кстати, мне кажется, что он прям где-то за дверью. У нас проблемы с новыми жильцами. Они к ней наверх ходили. Ну, и наломал ты, друг. Да я все объясню. Черту твои объяснения. Жди меня. Никого из дома не выпускай. С этим справишься? Понял, я понял. Да, сейчас. Петр Константинович, да я один справлюсь. Зачем вы? Я уже справился один. Хватит. Давай, пошли. Зря вы так. На ночь мы едем в гостиницу. Свет, возьми документы. Как же та девушка, соседка? Может, в полицию позвонит? Ну, что им скажу? Анкеты им покажу.
Они меня нафиг с этими анкетами пошли. Полицию нужно найти с компетентным лицом. Ну где этот твой сыщик тогда? Он перезвонит. Сестра Вера. Зоя никогда не выходит из квартиры. Они все знают. Они не дадут вам выйти отсюда живыми. Я хочу помочь. Максим. Максим, ну пожалуйста. Открой. Нет. Пожалуйста. Не открой. Нет, мы не будем открывать. Приходил Юра. Мы тут будем открывать, понятно? Я не хотела ему открывать дверь. Он ее сломал. Он насилует меня. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Нет, тихо, 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 не надо, не нужно. Постой, перестань. Не надо. Закрите дверь, они скоро будут здесь. Сколько раз говорить? Решить эту проблему. Кремянка. Я запарюсь один тут все решать. Чего ты там борчишь? Не стой столбом! Давай, двигайся! Прости меня. Я не знал. Я думал, это твоя сестра. Единственное, я не понимаю, как так могло получиться, что твой отец и Юра живы. Но зачем ей убивать тех, кто ей помогает? А почему ты жива? Я не понимаю. А вот вам точно нужно отсюда выбираться. Вы слишком много знаете, они не выпустят вас живыми. Ну и как мы это сделаем? Но они ведь не знают, что я здесь. Отец инвалид, а Юра неуклюжий. Если будет темно, я думаю, втроем мы справимся. Это Юра, техник. У вас свет на этаже не включается. В квартире замыкание надо проверить. Мы спим уже. Давайте утром. К утру вся проводка выгорит. Вы что? А ну открывайте. Иначе аварийку вызову. Будем дверь взламывать. Сейчас, подождите. Мужик твой где? Ну!
Что ты здесь делаешь? Испугался? Отвык общаться со мной без своей палочки-выручалочки. Как поживает сестренка? Здорово? Мы неразделимы. Ты не сможешь без сестры. Когда не станет меня, кто будет заботиться о тебе? Кто будет следить? Заботиться или следить? Может, хватит мне сидеть в заперти? Ты не контролируешь себя. Он окончательно овладел тобой. Вы не понимаете, что происходит? Хватит, но... Знаешь, я никому не говорил. От меня нет секретов. Убей его. Ты же об этом мечтала всю жизнь. Боишься ручки замарать? Я сама. Хватит игр на сегодня. Мне пора навестить сестру. Я сделаю все, что нужно. Дай мне ему телефон. Обещай, что отпустишь. Зоя, это Юра. Петру Константиновичу плохо. Ты нужна, собирайся. К тебе зайдет Максим, ему можно доверять. Жду. Мы идем вниз. Ты впереди, мы следом. Там темно. Нужно взять Файера. Папа, и он на восьмом? Я там, где мне самое место, доченька.
натворили? Все же сумасшедшие. Просто психопаты. Я ничего не желаю знать. Ни о вас, ни о ваших делах. Просто дайте нам уйти. Зачем все это? Ты ведь не причинишь мне вреда и не выйдешь без меня наружу. Я ни за что не покину дом. Я не выпущу вот это на свободу. Тогда, сестренка, умрут эти люди. И ты никогда себе этого не простишь. Но ты же обещала. Пулями ее не убить. Отпусти ее. Убить еще можно, все исправить. Давай останемся в доме, они будут помогать нам. Я не останусь здесь. А тебе решать, кто родит, умрет. Отпусти ее! Так мало действительно людей, которые бескорыстно помогают. Да, и мы надеемся, что